Открытое первенство Раменского городского округа по художественной гимнастике состоялось 20 мая. Соревнование называется «Вдохновение», и не просто так, ведь это настоящий праздник женской красоты и грации. В этом году у нас представлены и групповые, и личные, и дуэты, и трио, и всего 250 участниц. Первенство проводится не первый год. Каждый раз масштаб соревнований только увеличивается. Это первенство началось у нас, первые соревнования мы провели, помню, в 2012 году. То есть это у нас 11-й турнир по счету. Он проходит ежегодно, один раз в году. Этот турнир начинался вот с маленького турнирчика. Сейчас он вырос в огромный, ну, не огромный, может быть, но достаточно массовый турнир. У нас более 250 участниц приняли участие из разных городов Подмосковья. Возраст участниц у нас начиная с 2017 года и заканчивая мастерами спорта, это 2008 и старше. Нам удалось пообщаться со сборной командой Московской области, в которой есть участницы из Раменского, Жуковского и Реутова. Девушкам сейчас 14-15 лет. Это наша сборная команда номер один по кандидатам в мастера спорта. Они в этом году стали победителями Центрального федерального округа. То есть на команду возлагаем большие надежды. Нам очень понравилось. И проводили соревнования наш любимый тренер Анастасия Игоревна. Девушки признались, что любят этот вид спорта всем сердцем. Это наша жизнь. Мы все время отдаем гимнастике. Красота спасет мир, потому что художественная гимнастика – это красота и грация. Безусловно, это самый красивый вид спорта. Поэтому наши девочки, даже когда просто они идут по улице, уже видно, что идет гимнастка. Именно художница-гимнастка. Елена Трусилина, Игорь Чернышов, Раменское телевидение.